Всем доброго времени суток, на связи Алекс и на связи Андрей. И сегодня мы с вами продолжаем проверку на прочность. Выпуск номер 5. Сегодня мы идем на заброшенный военный объект. О объекте мы практически ничего не знаем, кроме его расположения. И идем, так сказать, вслепую. Входы на объект достаточно открыты. То есть тут открыта дверь, но смущает надпись за нашей спиной, которая гласит: «Запретная зона. Проход и проезд запрещен». Ходят слухи, что около полугода назад здесь видели военных. Стало быть, этот объект заброшен довольно-таки недавно. И если здесь есть что-нибудь интересное, то мы это обязательно найдем. Или нет. Ну что, погнали! Итак, друзья, мы входим внутрь через главный вход. Ну или не через главный, посмотрим. Что мы видим здесь? Протоптанную тропинку. Этот объект уже много кто исследовал. Исхожено вдоль и поперек уже. Ну да ладно, и наша первая цель, скорее всего, это здание. Также здесь есть бункер, который мы обязательно исследуем. Ну что, вперед. Снег по колено. Входим в здание через окно, скорее всего, войдем сейчас. Только что мы слышали голоса вдалеке, но пока не уверены, что это то, что мы думаем. Ну что, залазим. Андрюха. Пока ничего интересного, просто стандартная заброшка. Может, бункер нас чем-нибудь порадует. У нас для вас есть что-то интересное. Кажется, мы нашли то, что искали. Вход в бункер. Вход в военный бункер. Осторожно. Итак, мы уже здесь. И кажется, это то, что я думаю. Ну что, идем. А, черт. Подходим сюда. Андрей, доставай-ка свой фонарь. Боюсь сюда не войти. Что же делать? Я просто уверен, что это вход не один. Мы еще вернемся в этот бункер, посмотрим на него. А пока уходим отсюда. Вон там видим похожую будку. Возможно, там вход есть нормальный. Пойдем посмотрим. Но осторожно. Попытка входа номер 2. Спускаемся. Вот и удача. Кажется, вход открыт. Будем осторожнее. Ты сзади. Не отставай. Идем аккуратно, медленно. Потому что мало ли что. Там у нас что? Ничего. Итак, вот у нас дверь. Дверь крепкая, бронированная, гермозатвор, скорее всего, механизм заржавел. Итак, друзья, входим в бункер, довольно-таки чистенько, я бы сказал. Так, на полу плитка, очки, пусть висят, пусть валяются. Итак, друзья, мы на первом уровне бункера. Твою-то маму. Вроде бы здесь ничего страшного, но жутковато. Щиток. Видать, душевая. Или нет? Довольно чисто, я бы сказал, да? На удивление. Практически нет мусора. Тут ничего. Вот там что у нас такое интересное? Так, будь осторожен, не споткнись. Какое-то помещение. И не пойми что. Это ты? Да, это ты. Ладно. Ну как сказать? Нормальный бункер? Это лучшее, что у нас было. Пожалуй, да. Но я бы еще поискал здесь хотя бы хоть что-нибудь интересное. Противогаз там. Было бы неплохо найти. Блин. Блядь.
нахуй, Саня, ты меня сам пугаешь. Ты меня напугал сейчас. Хорошо, хорошо. Так, это ты, нет? Я здесь ничего. Я думаю, вот что, главное самому не заблудиться, потому что, черт возьми, хрен его знает, что у нас здесь. Такой же проход. Там что? Нам нужен спуск на нижний этаж. Скорее всего, внизу еще лучше. Хоть что-нибудь, да найдем мы здесь. Хоть что-нибудь. Все расписано, значит, уже все разломано. Не факт, не факт. Хотя, кого я обманываю? Здесь просто жутко, и все, оно пусто. Так. И там у нас... раскрас. Твою мать. Не пугай. Блин. Так, 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 так. Решетка. И... стоп, это же карцер. Смотри, сюда сажали провинившихся солдат, видать. Но я был прав, скорее всего. Стопудово, видать, не один раз такие мысли посещают. Тут тоже пусто. Ты чего? Хорошо. Давай сюда. Тут пусто. Твою мать. Твою мать. Ребята, где мы обойдем? Вот, смотри, сюда. Вот это, сюда заряд. Сейчас мы увидим дальше. Итак, двигаемся вглубь бункера. Пока ничего интересного, кроме парочки туристов. Мы их случайно спугнули, так что, в принципе, все нормально. Хорошо. Здесь у нас ничего. Хрен поймет, что это было. Хрен поймет, что это сейчас. Блять. Жутковато, черт возьми. Какого-то соло. И жгли. Здесь был пожар стопудово. Мы все еще ищем спуск ниже. Мы ведь его ищем, правда? Нет, мы ходим просто в бункер. Я ищу спуск ниже, как бы. На уровень 2. Сейчас мы на первом уровне. И пока ничего интересного. Такое эхо прикольное. Снаружи я видел длинную лестницу вниз. Еще ниже? Я не знаю, ниже, но она спускалась вниз. Но, сука, жутко. Страшновато. Вот что я скажу. А вот тут у нас... нет. Ладно, двигаемся дальше. Мы дошли до какого-то тупика. Ванная комната, холодильник, я не знаю, что это. В общем, пока мы не знаем, куда идти. Думаем. У нас есть две идеи. Либо пошастать по этому бункеру и поискать спуск ниже, как ищет Саня. Либо я снаружи видел лестницу, такую длинную, большую лестницу вниз, прямо еще рядом глубже со входом. Наверное, еще глубже, хотя я не знаю. На второй уровень. Туда. Также мы здесь видели на этом уровне даже выход снаружи. Я не знаю, это тот выход, через который мы зашли, или это совершенно другое что-то. В общем, пойдем обратно и посмотрим. Что ж, хорошо, поехали. А может и наверх, черт его знает. А может как раз тот спуск, про который я говорил. А вот черт его знает. Скорее всего, да. Опа. Никакого спуска-то и нет. Слушай, а это не бактериологическая херовина? Я не хочу подходить ее в нем. Как-то страшненько. Твою Томас. Погнали отсюда. Либо это чей-то прикол, либо это реально. Но проверять мы не будем. Я не думаю, что... Может откроем, попьем? Конечно. Лизнем. Хорошо, в самый раз. Нет, Андрюха, это не спуск выше. Это какая-то хреновина? Блин, у меня задница болит. Ой, я это вырежу.
Здесь так воняет неприятно, словно туалеты. А, старый добрый санузел. Зайдем, поделимся. Прикольно, черт возьми. Санузел 90-х. Так раньше наши предки ослаблялись. Вот так я люблю делать. Двигаем. Ну, Андрюха. Смотри. Выход. Жалко, что выход. Нам бы... А туда? Проходной переулок. Темнота смыкает за моей спиной. Впереди тьма. Здесь ничего. Но, блин, страшно никогда так. Знаешь, что самое опасное, что можно подстерегать? Что? Обвал. Я бы не сказал, что крепко. Капремонта не было лет 30, как минимум. Ну ладно, 20. В лучшем случае 20. Один обвал выхода и все. И нам пизда. Ну вот выход. Посмотрим, пойдем на выход. Двигаемся на выход. Тут у нас ничего. Хотя... Мы здесь были, Андрей? Такое ощущение... Стой, не уходи без меня. Блин. Что у нас там? Это выход. Та-дам. Я бы не сказал, что это выход. Это скорее... Трансформаторная будка, но никак не выход. Иллюминаты. Дело, говорят. Я бы не сказал, что это выход. Честно говоря, вообще не знаю, где мы сейчас. Какой-то половинный этаж. Потолки низкие. Да и воняет неприятно. Блин. Андрюха. Кажется, мы нашли то, что искали. Надеюсь на это. Боюсь, что нет, хотя... Это дизельная остановка, Андрей. Ёжик. Тихо. Не, показалось. Почему ёжик? Почему ёжик? А посмотри, какой он колючий. Это дизельная установка давала электричество для бункера, скорее всего. Давно заброшено. И воняет маслом. Логично. О, свечки. Соберем немножечко на память. Эх, провоняю я маслом. Так, запись продолжается. Где мы сейчас, я не в курсе. Нам либо сюда, в это окошко. Похоже на вентшахту. Что вполне логично. Ну или нет. Либо дальше вглубь. А сейчас я залезу. Да я с тобой тоже. Чистенько. Посмотрим. А вот и вентшахта. Так, Андрей. Кто полезет? Никто. Никто? А как же я? Ты не полезешь. Я не полезу? Там грязно и тупо. Да ладно. Так, если что, мы сюда вернемся. Я полезу. Реально? Да. Итак, друзья. Продолжаем ходить по бункеру. Уже видели бочки с бактериологическим оружием. Как думаешь, что это? Хотя вот, смысл весь-то. Вот труба. Ведет она вот сюда. Это просто какие-то установки. Возможно, для фильтрации воздуха. Для деионизации воздуха. Для чего-нибудь еще. Идем сюда. Тут тоже пусто. И кажется, что что-то интересное я вижу впереди. Есть ли смысл спускаться сюда? Мне кажется, нет. Или есть? Там вода. М-м-м.
Снова тупик. Я знаю, что это, Андрей. Чего? Насосная установка. Что это еще может быть? Все прямо по специальности. Ну так, на кого учусь, там бываю. Спуститься его, блин, ну как-то... Это не лед, по воде не походишь. Ну да, по воде не походишь, а это нам не по тоннелям ходить. Блин, глубоко. Пока немного непонятно, где мы. Здесь воняет. Мы пока не можем найти выход. Но идем, ладно. Так, трубы. И тупик. Туалет. И подъем наверх. Мы вышли. Да, Андрей, мы вышли. Это то, о чем ты говорил? Да. А, нет, не то. Не то, да? Да, мы сейчас пойдем. Что ж, поднимаемся, вырубая фонарь, чтобы не садился, и посмотрим. В общем, погуляли по этому бункеру. Знатно. Да. Довольно-таки очково было. Вот он спуск. Но здесь полно еще зданий, поэтому мы уходим не навсегда. Вернемся позже. Вот и все. Наверное, пятый выпуск подходит к концу. Мы обошли все подземелья. Мы даже залезли на крышу одного из зданий. В принципе, сегодня было интересно. Достаточно классное подземелье. Тебе так не кажется? Нормально было. Мы залезли на крышу, как хотели. В общем, все обошлось. Съемки пошли нормально. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте. С вами был Андрей, Алекс. Всем удачи и всем пока. До новых встреч. К концу съемок мы столкнулись с местными пацанами, которые жили в соседнем поселке. Они боялись спускаться в бункер, поэтому им было интересно узнать, что там происходит. А мы, в свою очередь, решили задать им пару вопросов. Уже за периметром. Итак, пацаны, что вы здесь делаете? Мы здесь гуляем, ищем, осматриваемся. Где интереснее, где... А что это за место, вы знаете? Да. Что за место? Бывший военный лагерь, бывший военный госпиталь. Лечили военных. А тут палево какой-нибудь есть, нет? Да, есть палево. А что есть? Там кто-то идет. Милиция, люди. О, палево задержит. Или кто? Стрелболисты. И семишем по ногам стреляют. Пацаны, вы Алекса смотрите? Да. А что, Алекс красава? Да. А что смотрите? Дон Дворин. Нет, в смысле из видео, рубрики в телеканале. Адский грифер. Проверка на прочность. Кого еще смотрите? Слада. Дон Дворин. Ну ладно, спасибо, пацаны, давай. Спасибо, ребят. Удачи. Пока.